Напишите для меня рассказ. Я не смогу. Одной странички мне хватит. Ну что, попробуйте? Будет коряво. Пусть будет коряво и плохо. Руби Спаркс, 26 лет. Росла в Дейтоне, штат Огайо. Я готов сутками писать о Руби. Я, походу, влюбился в нее. Это великолепно. Не дело влюбляться в вымысел. Кто сказал? Потому что ее нет. Как нет? Так? Келвин? Я плохо спала без тебя. Келвин? Это клюки. Ты что, злишься на меня? О, боже. Папа говорил, у меня слишком живое воображение. Ты хочешь сказать, Руби ожила? Я увидел ее этим утром. Это невозможно, потому что ее не существует. Вы видите ее? Келвин! Вижу ли я? Видно ли меня? Она реальна. Люди из воздуха не возникают. Она смогла. Как? Не знаю как. Любовь или магия. Напиши о ней и посмотрим, сбудется ли. Если да, то ты прав. Руби говорит по-французски. Папа! Pourquoi vous me regardez comme ça? Это трындец! Ты создал девушку силы ума! У мамы крыша поедет. Дети! Привет, мама! Здравствуй, Руби! Ты можешь сделать что угодно. Ради всех мужчин. Обещай, что ты не упустишь этот шанс. Решайся. Прыгай! Это правдивая и немыслимая история моей огромной любви. Кто-то скажет, это магия. Но любовь и есть магия. Имя-то мы имеем. Руби! Руби? Руби! Руби! Не говори, чем закончится, ладно? И не такое бывает. Не соглашусь. Знаешь, я считаю, что большей странности и быть не может. Вообще.